С желанием продвигать свои идеи и развивать район, в Сергиево-Посадском районе формируется новый состав общественной палаты. Напомним, это независимый коллегиальный орган, чья деятельность осуществляется на добровольных началах. Основные цели – контроль за деятельностью органов местного самоуправления, обеспечение взаимодействия граждан и местных властей, а также защита прав граждан и общественных объединений. Первый этап формирования палаты, подачи документов, завершается в конце недели. Теперь кандидаты рассказывают о себе и своих стремлениях будущим возможным коллегам. Среди заявившихся – представители молодежных и ветеранских организаций, деятели культуры, спортсмены, журналисты и педагоги. Случилось, что я попала не в образование, а в культуру, и она меня очень затянула, очень люблю свою сферу. Она полна общественной деятельностью, она кипит, общественной деятельностью. Мне она очень нравится, я очень люблю свой город, и поэтому я бы хотела быть в общественной палате, потому что мне кажется, что если ты хочешь изменить мир к лучшему, то лучше начать с себя. Я всегда ратую за то, чтобы вот охранять наш город, который сейчас уже застраивают все точки. Вот даже я вот сегодня шел сюда, по Валовой, ну, вроде хорошее дело. Там какие-то деревья лишние спиливали, да, вот, но пеньки оставили метровые. Ну вот представьте себе, споткнешься, упадешь на этот пенек. Основное направление, которое меня интересует в общественной палате, это как раз спорт. А так как вот за все время работы этой общественной палаты ни разу не поднимались темы внедрения комплекса ГТО на территории нашего района, мне было интересно поучаствовать, чтобы как можно больше людей узнали, чтобы в этом были какие-то продвижения, чтобы молодежь у нас подтянулась, чтобы у нас больше народа стало заниматься спортом и следить за своим здоровьем. В общественной палате Сергиево-Посадского района 45 вакансий. Документы на вступление в новый состав подали порядка 130 активистов. Конкурс чуть меньше 3 человек на место. Немало тех, кто на общественном поприще планирует проявить себя впервые. Новый состав, возможно, решит те вопросы, с которыми не удалось справиться предшественникам. Сами представители общественной палаты 3-го созыва оценивают итоги работы неоднозначно. Я бы оценил удовлетворительно, если по 5-бальной системе. Но вообще-то работали неважно. Неважно, почему, потому что у нас как-то не было таких определенных функций. Вот, допустим, контроль за каким-то там действиями вроде нельзя. А как нельзя? Тогда смысл общественной палаты в чем заключается? Я думаю, что вот новый состав наполовину будет из старых людей, кандидатов. Вот. И поэтому уже люди знают, там-то как бы привыкали, мы изучали ситуацию, саму процедуру. Вот, и как-то все не очень получалось, я думаю. А если что-то как-то решалось, то результатов не было. Почему-то, не знаю. Я думаю, что в этот раз будет все иначе и поинтереснее. Я оцениваю в целом итоги работы нашей палаты достаточно положительно. Учитывая, что это был достаточно интересный, сложный, но поучительный путь в коридоры и кабинеты власти. Для меня сейчас самое важное, чтобы эстафета общественной палаты была продолжена, и чтобы тот состав, который частично остается, частично уступает свои места, он все-таки сохранил потенциал, потому что необходимы люди, которые будут показывать, что власть в городе, в районе не одна, что есть еще жители, у которых есть свои законные интересы, и они имеют право их реализовывать. Процесс формирования новых составов общественных палат идет на территории всей Московской области. Вопросы, которые стремятся решить общественники, большей частью похожи. Это проблемы ЖКХ, взаимодействия с органами власти и вопросы благоустройства. Однако не все до конца понимают сами функции общественной палаты. Часто ли бывает, что люди не понимают? Да, часто бывает. Почему так происходит? Да просто не читают положение, не читают законы и думают, что это какой-то орган, где вот пришел здесь, по щелчку что-то произойдет. Нет, здесь нужно собраться, вместе что-то решить, договориться, пригласить представителей органов власти, с ним все вопросы промять, понять, что можно сделать, что нельзя, возможно, собраться еще раз. Делать какие-то акции, постоянно быть на слуху, постоянно использовать то, что у тебя есть. На это все нужно энергия, силы и время. Многие люди понимают, что это за бесплатно, тоже уходят. Голосование пройдет 22 апреля. Оно носит исключительно рекомендательный характер. Окончательно утвердят новый состав, Общественная палата Московской области, губернатор и районный совет депутатов. Александр Бурмистров, Михаил Кирсанов, Антон Коврижных. Тема.